Всем привет! Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не может представить, что уйдет от своего тренера Этери Тутберидзе. Об этом она рассказала журналистам. В воскресенье в аэропорту Ижевска прошла торжественная встреча Загитовой, которая является уроженкой города. Ранее фигуристка Евгения Медведева приняла решение прекратить сотрудничество с Тутберидзе и перейти к канадскому тренеру Брайану Орсеру. На вопрос – может ли она представить себя в ситуации других фигуристов, которые меняют тренеров, спортсменка ответила: «Нет, не могу представить». А как вы вообще относитесь к тому, что фигуристы меняют своих тренеров? А вы можете представить, что вы можете в такой ситуации оказаться? Не можете представить? Или не комментируете? Фигуристка рассказала, что приступит к тренировкам с 4 июня. «У меня будет короткая программа под «Призрак оперы». Произвольную мне пока еще не поставили. Сборы у нас начнутся с 4 июня», – сказала она. «Самая главная мечта сейчас – это просто спокойно тренироваться, когда я приеду в Новогорск. И спокойно поставить программу, чтобы зрители почувствовали ее, потому что она очень интересная». Она отметила, что в программе будут использованы те же самые наборы элементов, однако с учетом меняющихся правил. В Ижевске Загитов проведет один день. В понедельник она встретится с главой Удмуртии Александром Брчаловым. Также ей предстоит впервые провести мастер-класс для юных фигуристов в Ледовом дворце «Олимпиец». «Я сейчас вечером приду домой, немножко подготовлю план мастер-класса, потому что без плана не знаю, что делать», – сказала она. Спортсменка признала, что когда только начинала свой путь в фигурном катании, ей посчастливилось увидеть Евгения Плющенко на льду в Санкт-Петербурге, на которую она смотрела снизу вверх. Загитова подчеркнула, что такие мастер-классы для начинающих спортсменов – важное событие, потому что есть стимул, куда стремиться дальше и не останавливаться, отметила фигуристка, добавив, что секретом ее психологической подготовки является вера в себя и любовь к фигурному катанию. Загитова завоевала золото Олимпиады 2018 в Кечване, в личных соревнованиях по фигурному катанию и серебро в командном турнире. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока!